Алло! Да, милая. Не, ну ты же знаешь, сегодня пятница. Ага. Ну что, сейчас приползу. Ну хорошо, бегу, бегу. Добрый вечер, пан Смит. Добрый вечер, Павел. А что, дедушка не приходил? Да он пошел за газетами, сейчас вернется. За газетами. Павел. Вы мне разрешите, у вас оставит на кухне пару гвоздик. Конечно, конечно. А где они у вас? За дверью. Сегодня у пани Конти день рождения, мне хотелось бы, чтобы эти гвоздики были сюрпризом. Пожалуйста, пожалуйста. Покормите. Это вы называете парой гвоздик? Кажется, целое состояние. Ну, по 6 крон за штуку. Да вы что, в лотерею выиграли, как мне? А? Это на чаевые. Это на чаевые. Я копил чаевые. Ну и вот, не растратил ни одного геллера. Пан Хмель, да? А можно мне вас спросить? Пожалуйста, Павел, пожалуйста. Вы ходите к нам давно и всегда с чемоданом. Вы не скажете, почему? Привычка, Павел, привычка. Ну, это я понимаю, но в вашем возрасте приятно таскать чемоданы. Он неотделим от моих пятниц. Скажите, пан Хмель, а это вас иногда не оскорбляет? Нет, а почему это меня давно оскорбляет? Я об этом даже не думаю. Наступает пятница. 4 часа дня, я иду в женский павильон, постучу в комнату пани Конти, возьму чемоданчик и иду. Всегда стоит у двери. Не знаю, понимаете ли вы меня, но без этого чемодана для меня пятница уже не была бы пятницей. Ну, а что? Да он не тяжелый. Он большой, но не тяжелый. Это я не знаю. Ну, как не знаете? Это вам не странно? Что? То, что много лет, каждую пятницу, вы таскаете этот чемодан и даже не знаете, что в нем. Когда-то я об этом думал. Давно. Как бы началось все незаметно. Сначала я предложил сам свои услуги, мне казалось, просто ей тяжело носить чемодан. Позднее, видимо, она меня об этом сама попросила. Ну, а еще позднее я уже стал носить сам, без просьб. Ну, как бы это вам... Я положу в воду пару таблеток аспирина. Для срезанных цветов-то хорошо. Позвольте угадать.
Не более чем в 3 раз. Раз, два. Часы. Правильно. Как это вы угадали, а? Разрешите? А, да, да, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Благодарю. Благодарю вас. Нет. Сегодня не надо. А почему сегодня не надо? Сегодня нет. А почему нет? Нет. Нет? Ну нет, так нет. Добрый вечер, пан Рой. Добрый вечер. А где хозяин дома, а? Да, он сказал, что пошел за газетами. Сейчас как его нет. Пошел за газетами. За газетами, да. Ну ничего, подождем. Он не потеряется пока. Пан Рой, а можно мне посмотреть эти часы? Конечно, можно. Осторожно, чтобы не разобьете. Ясно. Да. Я не думаю, что лучше я сам. Вот. Что вы скажете, а? Первый класс, а? На починку? Да что вы! Ходят безупречно. Такого механизма теперь днем с огнем не сыщешь. Разве что в музее часов в Женеве. Интересно, а сколько же они могут стоить? Трудно сказать. А значит, тут дело не в деньгах. Это что же, ваши? Мои. А как они к вам попали? В наследство. Да. Отец моего деда, понимаете, был еще часовщиком. А, стало быть, он чинил песок в песочных часах. А? Почти что так, да. Их хотел купить управляющий. Наш? Нет, тот. А, сколько же давал? Да, я не спрашиваю. Эти часы не продаются. Жаль. Да. Я на вашем месте их, если бы хорошо заплатили. Нет, нет, нет. Есть вещи, которые не продаются. Ну что, и за 10 тысяч вы бы их не продали? По такой цены никто не предлагал, даже коллекционер. Но все равно нет. Нет и нет. Все равно нет. Я знал одного пана. Да. У него была собака. Так эта собака стоила больше 100 тысяч. Ого. Да. И что же нашелся пан, который предложил такую сумму? Нет, нет. Но другой пан предложил ему в обмен 2 кошки по 50 тысяч за каждую. Вот так. Да неплохо. Скажите, пан Рай, ну а что вот те часы на башне? Да. Они еще не безнадежны? А почему безнадежно? Ну, раз они так долго стоят. Любые часы можно починить. Дед мой починил королевский курант. В Дании собирались праздновать какое-то торжество. Представляй себе праздник под куранты, которые стоят. Да. И вот 31 часовщик. Все лучшие часовщики Дании. Ничего не могли с ними поделать, а дед поехал. По настоятельной просьбе короля Христина. Вот иногда, видите, и короля приходится просить. Да? Ну, и что ж, все хорошо заплатили. Да, не дура. Мешок золота, орден и звание придворного часовщика. А? Ну, это как в сказке. Да, именно как в сказке. Да, пан Рай, да. Совсем забыл. Что это? Вас ждет девушка из цветочного магазина в башне. Девушка в башне? Угу. А что вы на это скажете, пан Хмелик, а? Свидание. Да, пан Хмелик, свидание. Свидание. Представьте себе. Свидание. Скажите, Павел, что вот этот телефон действует?
Действует, действует. Он, правда, помнит времена, когда еще дед служил в отеле, но действует. Что-то я не слышал, что он когда-нибудь звонил. Нам никто не звонит, так Даша иногда. Вот о чем я хотел вас попросить, пан. Пани Конти в последнее время несколько раз мне намекал о том, что она стала плохо себя чувствовать в нашем обществе. Ей кажется, что мы сомневаемся в существовании ее сына. Ну, не верим ей. Конечно, я это очень удручаю. Я не понимаю, чем я могу помочь? Вот я и подумал. Сегодня у нее день рождения. Ну, в такой день хочется сделать ей что-нибудь приятное, чтобы она, ну, не чувствовала свое одиночество. Я не понимаю, чем я могу помочь? Пустяк. Маленький пустяк, невинный обман, а он вернул бы старой пани уверенность в себе. Вот я хотел вас попросить, Павел, вы могли бы позвонить по этому телефону около 7 часов? Я мог бы, ну и что? Ну и поздравить ее с днем рождения от имени ее сына. От имени сына? То что я скажу, откуда я его знаю? Ну, просто скажите, как ее сын. Да что, у него такое странное имя, я даже не запомнил. Губерт Рохус Конти. Ну, Рохус. Рохус Грохус. Я не выдержу, я рассмеюсь. Ну, не важно, скажите, просто Губерт. Могли бы вы это сделать, да? Думаю, что смогу. Губерт. 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 Розы. Что вы скажете? Розы есть розы. Никто не может сравниться с их ароматом. Да. Пани Конти будет рада. Это от той цветочницы, а? Да нет, это от меня. А вот скажите, Павлина, кому первому пришла мысль в голову дарить цветы? Кому-то непрактичному. Пан Райнер, я сейчас должен буду уйти. Да, но я скоро вернусь. Я скоро вернусь. Договорились? Договорились. О чем договорились, а? А так, договорились. Хорошо. Да. Это последнее. Густо, правильно. Ювелир и часовщик. Присяжный судебный эксперт. До чего это было давно? Вот эта картонка еще кое-что помнит. И до чего это было давно? Полицейского конвоя. Наш инспектор сегодня дежурит. Да. А для гарантии знаете, что я сделал? Спрятал его эту самую, как она называется, бригадирку. Простите за опоздание. Тщетно пытался найти цейлонский чай. Да. Обегал весь город. Напрасные старания. Да, а жалко. Пани Конти была бы больше довольна, чем вот этим. Да. А вот это вот вам. Так. В приличном обществе всегда приятен запах сигары. Ага. Хорошей сигары. Да. Будете создавать аромат. О, прелестная сигара. Да, корона. Сделаю все, чтобы создать настоящую мужскую атмосферу. Дед, я помогу. Так, так.
Вот. А это вот большая закуска. Да. Вот Брагершин. Да. И Чинзано. Да, и перейти. Ага. Вы мне поможете? Да, конечно, конечно. Но я что, тебе не нужен? Нет, ты мне не нужен. А, Чинзано. Жанко Чинзано. Ну, я пошел. Да. Да. Помогите мне. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Там внизу маленький тарелочек. До свидания. Вот это да. Не то ж наши черепки из пластмассы в богадельне. Ну, раз в году и в аду бывает праздник. У нас нет. Так, и ни разу в год? Нет. Ну, а под Рождество? Даже под Рождество. Нет, нет. Пищи хватает, и вина дают. Да, но все как-то не то. Нет, светло-тепло, и елочку ставят с этими, с электрическими свечками. Но понимаете, как бы там сказать-то? Чего-то не хватает. Вы подарки дают. Да, да, подарки такой в целлофановой оберт. А вот вы служили в армии и были когда-нибудь на Рождество в казармах? Нет, в лазарете. Да, на другой год я был уже дома. Да, да. А вот, может, припомните, Рождество в лазарете. Хотя нет. Так, человек был молод. А мы сидим вокруг стола. Друг друга знаем только по имени, и то не всегда. Так сидим плечом к плечу, а каждый одинок. Так вот, одну нашу пятницу я бы не променял на 3 таких Рождества. Ну, а я думал, что ваши молодые, хотя что? Бы на Рождество. Что вы? В последний раз я видел их в июне 3 года тому назад. Я им отдал туда все. Даже шафгаузенки. Знаете, настоящие шафгаузенки с инкрустацией, с 2 корпусами. Чудесный механизм. Да, раньше молодые приходили, когда иногда ко мне. Ну, а потом... А, черт возьми, как давно все это было. Было и прошло. Знаете, последний раз я подарил им дукат. Золотой терезинский дукат. И я берег его 40 лет на счастье. Вот и все, что я мог отдать. Нет, я отдал бы больше, но уже было не из чего. Хотя, собственно, что можно было от него ожидать? Убежал от часового дела снабженец. Снабженец. Да как жаль, что нет цейлонского чая-то. Что-то пан Хмелик запаздывает. Да, да. Скажите, вы не знаете, сколько сегодня исполнится, пане Конти? Не знаю, я думал, что вы знаете. Ну, что вы, нет. Это уж скорее пан Хмелик. Да. Может быть, выпьем по рюмочке? Давайте подождем, кстати. Ой. Пан Леймер, а это что такое? Это часы. Ну тогда вот вы помогите мне. Помогите мне. А, с удовольствием. Вот Павел вечно прячет часы. Да, знаю.
Я давно уже к этому привык. Да, да. А как тебе позвонить? Куда? А это? А вот эти на камин. Алло. Фанабин слушает. Очень хорошо. Кто это подшутил? Да. О, прямо как в отеле. Да. Телефон. Звонок. Да. Добрый вечер, пожалуйста. Проверь, так, чтобы не мешало. Целую ручку. Что еще угодно будет, Ваня? Ничего, благодарю вас, пожалуйста. Очень приятно. Всего доброго. Добрый вечер, пан Адель. Что случилось? А что такое? Почему вы без пана Хмелика? Я сама не понимаю, как это произошло, но он прислал со мной такси. Если вы видели, как все у нас глаза вытаращили. Сам пан инспектор Мич так обалдел, что даже отдал мне честь. Мило со стороны пана Хмелика. Что это у вас здесь происходит? Вы кого-то ждете? Ждали. Вы разрешите узнать, кого? Сейчас узнаете. Прошу вас, проходите, пожалуйста. Благодарю. Садитесь. Вас. Нет, не сюда. Сегодня ваше место вот здесь. Я ничего не понимаю. Слушайте, пана Абеля. Вы объясните мне, пожалуйста, я просто умру от любопытства. Вот, минуточку внимания. Уважаемые и милые пани Конти. Милая и многоуважаемая пани Конти. Разрешите поздравить? Чтобы вам. Надо бы открыть. Да. Ага, надо открыть, да, надо открыть. Что там так? Сейчас я открою. Вот. Да. Вот он. Вот. Пан Хмелик. Вот. Боже мой. Вот. Какая прелесть. Не волнуйтесь, славные пани Конти, все в порядке. Да. Все в порядке. Пани Конти. Ой, боже мой, какие розы. Ой, пан Хмелик. Дорогая наша именинница, позвольте вас от всего сердца поздравить с днем вашего рождения. Да, с днем вашего рождения. Для нас большая честь, большая радость, что мы составляем вам компанию в такой исключительно важный момент. Да, момент исключительно важный. Вот и примите от нас вот этот небольшой подарок. Момент исключительно важный. Да, момент. Звездный момент. Позвольте мне присоединить свой голос. Да. Поздравлением. Желаю вам счастья. И здоровья. Спасибо. Спасибо вам. От всего сердца. Спасибо, это так удивительно, так мило с вашей стороны. Ну, зачем? Зачем только слов, когда полны бокалы? Я предлагаю выпить здоровье нашей дорогой имениннице. Ваше здоровье. Бокалы наливаются в них отблеск янтаря. И лица загораются. Как вешняя заря, с вином тоска проносится, оно волнует кровь, и в сердце наше просится, и радость, и любовь. Хор наш поет, и песни.
Конти, приехала, родная, пани Конти, ты дорогая. Не, собственно, мне ведь нельзя из-за моей гипертонии. Ну, не забудьте у ваших гортензию. Гипертензия. Вы, оказывается, большой смельчак. Да, я смельчак, я большой смельчак. Итак, я предлагаю тост за здоровье вашей внучки. Внучки? Какой? Ну, этой самой, ну как там, гортензия, гипертензия. Нет, мне в самом деле нельзя, ну. В самом деле мне нельзя. Бокал хорошего вина лучше всякого лекарства. Вы думаете, да? Ну, знаю. Но... Хорошо, хорошо, еще один и на ваш ответ. Да, на мою ответ, да, на мою. Вот это да! Да. Хорошо сидим, а? Хорошо. По улицам гуляла прелестная Мадлен, и юбочку держала чуть-чуть поверх колена. Подарок от пана Раймера. Боже мой, какая прелесть. Какая прелесть. Вот это подарок, а? Налейте еще. Хорошо сидим. А вот кому мы обязаны тем, что мы вот так хорошо сидим? Кому? Что нам вот так хорошо, так мы можем быть счастливы, что мы можем поднимать вот эти бокалы. Кому? Кому? Ну, кому? А вот нашему дорогому, любимому пану Абелю. Я предлагаю тост за нашего дорогого космонавта. Космонавта, ура! 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 Спасибо вам, друзья мои. Вот, прошу вас, угощайтесь. Боже мой, пражская ветчина. Да я ее много лет уж не видела. Из Праги экспрессом специально для вас. Все, шутки шутите, пан Хмелик. Готов присягнуть. Ложная присяга — грех. А для вас мы готовы даже согрешить. Да, я даже забыл, когда я в последний раз грешил. Да. Пан Райнер, а у вас короткая память. Чем? Кто-то неделю тому назад привел сюда полицейский. Ну, нет, это был не полицейский, это был наш инспектор. Ну, что вы? Это полицейский. Это вообще вы когда-нибудь вели, чтобы полицейские арестовывали святых? Ну, очень бывает. Ну, согрешили. Выпьем за пана Райнера. Да, Конти. Нет, у меня голова кружится, я право не могу. Нет, мы же пьем сейчас за невинность пана Райнера. Да, вот, это тост. Налейте бокалы полнее, и выпьем, друзья, за любовь. Нет, не могу. Нет. Мне нельзя. Нет, ну... Мне в самом деле ни капельки нельзя, иначе я за себя не ручаюсь. Нет, ну, совсем немного, а вашей гипертензии мы ничего не скажем. Нет.
все бы сейчас отдала за цыганскую музыку. Да, это да, я не мнела проще простого. Это проще простого. Ну, как музыка? Да. Не подведи. Сыночек мой! Надо что-нибудь делать. Лекарство. Давайте. Скорую помощь. А нам? Сумочки, лекарства. К нам еще попросили. Сумочки, говорю, лекарства. Она глотала какие-то таблеточки. Нет, ничего нет.25-12.
Скорая помощь? Скорая помощь. Дайте мне скорую помощь. Пани Конча умирает. У меня на квартире. Позвольте. Позвольте. Подождите. Скорая помощь. Срочный вызов. Франтиша Кабель. Старый город. Да. Сукиницкая, 76. Да, да, да. Надо позвонить к нам еще. 13:47. Соедините меня с управляющим. По какому вопросу? Пани Конча при смерти. Она жива, жива, жива. Она сейчас, сейчас только она танцевала. Воды. Давайте же сейчас. Похоже, что его никто не одевал. Сейчас, сейчас только она танцевала. Этого не может быть. Этого не может быть. Вы же они не ем. Я пойду встречусь. Этого не может быть. Жива? Да, жива. Жива, жива. Это телефон. Да, это телефон. Никого нет. Должно быть, она в нем венчалась. Да, похоже, никто. Нет, пани Конча не была замужем. Ну что же они так долго не едут? Ведь это каждую секунду может быть поздно. А сейчас только алло. Она танцевала. Стоп. Спокойно. Коля, ну ладно, принесли? Принесли. Лекарство дали? Да. Скорую помощь вызвали? Да, да. Да почему базар? Почему базар, я говорю? Парк Хмелик, перестаньте пачкать платье. Женщина всю жизнь его берегла. Вы положите трубку, я целый час не мог вам досвониться. А мы, подраги, что вы молчите, как утопленник из Дунара? Вот до чего долой ваши пятницы. Я прошу вас замолчать, хотя бы из уважения к пане. Стоп! Стоп! Сейчас, сейчас начинается опознание личности. Оно производится по особым правилам. Будете подходить ко мне по одному и говорить имя человека, которого надо опознать. То, что вы скажете, это свидетельские показания, ложные показания. Карается законом. Имя человека, которого следует опознать. Пани Конча. Плачь. Успокойтесь, успокойтесь. Вы сядьте. Успокойтесь. Успокойтесь. Все будет в порядке. Успокойтесь. Который теперь час? Как чисто когда-то били эти часы. Немыслимо, немыслимо себе представить, что завтра пани Конча уже не будет с нами. А как же мы? Как же наши пятницы? Добрый вечер. Добрый вечер. Вот. Жива? Жива. А кто ее муж? Ну, а документы ее принеси. Да. Здесь. Хорошо. Положите ее на носилки. Да. Сейчас.
никого нет. Что-то непонятно. Боюсь за деда. Мы ссорились с ним в последнее время. Ну вот целый день ломали голову, как помириться с стариками. Пришли, а их нет. Смотри. Ой. Ну так у нас еще не все потеряно. Еще все впереди. Да-да, у нас все впереди. Многоуважаемая пани Конь, позвольте мне скромно присоединиться к общему поздравлению и, ну как... И в этот торжественный, счастливый... Да, и в этот торжественный, счастливый час пожелать вам всего того, чего вы сами себе пожелать захотите. Спасибо, мой милый. Как это любезно с вашей стороны. Боже мой! Не правда ли очень милый молодой человек? А? Батюшки, что это? Ой. Венок. Свадебный. Спрашиваю вас, пан жених, согласны ли вы добровольно и по зрелому размышлению жениться на присутствующей здесь Даше Высоцкой? Да. Спрашиваю вас, пани невеста, согласны ли вы добровольно и по зрелому размышлению выйти замуж за присутствующего здесь Павла Есенского?